Привет, ребят. Так жалко, что не отражает камеру, какой там закат. Специально села на закат, чтобы вы увидели. Но, к сожалению, нет. Да, ребят, пока присоединяются, напишите, пожалуйста, как слышно, как видно, не мешает ли шум моря, может быть, мне погромче нужно будет говорить. И сейчас поезд поедет. Когда будет поезд, я, наверное, буду прерываться. Но если вам слышно меня, не касаемо поезда, то тоже дайте знать, и я, конечно же, тогда буду продолжать. Все отлично. Все. Здорово. Так, отвечу на вопрос, потому что если даже его слышно не будет, это не страшно. Все хорошо. Спасибо, Максим. Вопрос. Мне задавали вопросы, задают его неоднократно. Видимо, ребята, девочки, у кого тоже на голове вот такой же, вот как у меня, да, вот, и они задают вопрос, как бы, как вы, чем вы укладываете волосы. Мне подруга дарила очень много различных средств для укладки кудрей. Но я в этом смысле, ребят, такая лентяйка, а летом очень часто я не просто купаюсь, я все время ныряю. Вот, и когда жара, то у меня еще чтобы они сильно не выгорали. Поэтому какое у меня средство для укладки? Солевые ванны. Вот. Искупался, вот они высохли, как высохли. Да, они немножечко такие жестковатые, но вот так вот. Мне сложно заморачиваться за этим. Вот, и да, ребятки сейчас подсобираются, я прям начинаю вот эту вот тему. Начну, наверное, с предисловия, почему эта тема вообще, она у меня образовалась. Есть такая великолепная девочка, что, сюда положить? Конечно, положи. Женечка. Она великолепный психолог, но это действительно, это как бы не реклама, нет. Но у меня есть такие люди в моем окружении, которые вообще абсолютно неважно, будут они дальше в моей жизни, либо по каким-то причинам наши дорожки разойдутся. Это не касаемо того, насколько они уникальны. И вот я даже скажу вам, может быть, вы знаете, может быть, кому-то нужно для каких-то проработок. У нее прям своя академия, и я вам все же ее озвучу. Нет, не озвучу, потому что я не знаю, как, не помню, как она называется. Вот, ну, в общем, АИП, можете, наверное, загуглить, вот, и там Евгения, она просто, ну, она несколько раз была у меня на ретрите, и мы общаемся больше уже, наверное, так, как друзья, по-дружески, вот, но у нас у каждого своя ниша, так назовем, да, вот, и как-то она мне, мы с ней общались, она мне как-то сказала, говорит, Света, говорит, почему ты не ведешь в другие пути, в другие мерности людей. Почему ты не делаешь не то, чтобы кого-то провести, а не делаешь того, чтобы раскрыть, то есть как посвящение. Вот. И я сначала такая говорю, ой, не-не-не, как я, посвящение, это вообще не про меня, не мое. Я не считаю, что это моя тема.
И я могу вам сказать, что, например, тема шаманов – это низ, это земля. Вот. И помимо того, что это земля, это как бы не просто шаманизм, а это как очень много путей. Когда ты туда заходишь, там очень-очень много большие развязки всего, чего ты можешь взять по структуре своего тела. И, к сожалению, не все те, кто занимаются шаманизмом, не все это знают. То есть очень много начитанных книг, но и этот этап ребятам некоторым тоже нужен. Без этого тоже как бы никуда. Вот. И получилась такая история, что ко мне некоторое время назад обратился мужчина. Сейчас унесет, мы его не поймаем. Или Жора сейчас съест в этапок. Вот. Он занимается уже достаточно много лет, вот в этом шаманизме находится, более 40 лет. Вот. И он обратился ко мне и говорит: у меня есть одни ворота, которые я не могу открыть. Те ворота, которые не могу открыть, говорит, я вижу, что у тебя есть к ним доступ. И мы тогда начали с ним прохождение определенным путем, в определенную структуру. Вот. И что это за путь? То есть вы все прекрасно знаете, что я не учитель, я никого не учу. А моя, ну, давайте так назовем, миссия – это с человека убирать не его, чтобы он пришел к самому себе. И вот когда с человека убираешь не его, тогда он с легкостью, вот без этого чемодана, без ручек, он идет к своим реализациям, к себе, к своим структурам, к своим знаниям, к своим видениям. Вот. И на определенном этапе с него просто нужно было снять груз, как будто бы не груз, вернее, неправильно сказала, а снять вот все его наработки, и как будто бы на определенном этапе он должен был, это я прям мультяшным языком говорю, он должен был сдать свои вот эти все видения, все знания, все свои воплощения, как будто бы как в камеру хранения, чтобы сходить туда, здорово, ага, чтобы сходить туда, взять то, что для него хранилось, и уже вот с этим выйти обратно, и взять весь свой накопленный опыт, и уже выйти наружу, как бы сюда, на землю, чтобы дальше вести проводников, шаманов. Вот. Мы с ним сделали такое действие, давайте так назовем. Вот. И это действие для меня очень много открыло. То есть, когда же идешь с человеком, когда его с него спихиваешь вот эти вот ярлыки, ты начинаешь видеть, в том числе через него, очень многие моменты. Вот. И опять же, я увидела, но я это давно видела, не могла это сформулировать, думаю, сейчас не до этого, потом я сюда вернусь, потом я это раскрою, потом я на это посмотрю, и все это на потом откладывала. Вот. И если честно, то я, наверное, откладывала это на потом не потому, что мне было это неинтересно. Сейчас товарный поезд, он, наверное, такой... Проехал. И тут не так давно ко мне все-таки пришло это понимание, что я туда не хотела идти не потому, что я такая занятая,
Потому что я все-таки где-то себя обманула. Обманула в том, что у меня была вот эта вот загвоздочка социального прессинга. Думаю, ну это, наверное, многим не понравится. Потом, а сейчас, когда вот с ним прошли вот эти моменты, думаю, ну а что не понравится? Ведь не обязательно кому-то что-то нравится или не нравится, это же другие моменты. И как раз увидела очередное ярлычество, я бы, наверное, так на это назвала. Ярлычество — это определенные бренды. И есть некоторые бренды, я не буду их прям проговаривать, потому что, ну, вы, наверное, каждый о них знаете. Вот. Есть определенные бренды, которые зародили эту культуру, этот свой эгрегор, через который даже не перепрограммируют, это, наверное, грубо, а готовят к определенным перепрограммированиям. Вот, определенные бренды, и сейчас мы можем просто смотреть, некоторые смотрят и говорят, о боже мой, это что за мода такая, такая страшная, неужели это кто-то покупает? И ты смотришь, что люди, которые обладатели достаточно большими финансами, они действительно это покупают. Потому что люди, которые обладают большим количеством финансов, они необходимы для того, чтобы через них проще управлять социумом, массами. Ребят, вы пока пишите вопросы, я сейчас вам проговорю все, я начну отвечать на вопросы. Началось лето, и началось только поездов ездят. Зимой такого не было. Я не знаю, почему я зимой вот на моречке вам не проводила эфиры. А, вот. И дальше продолжу. То есть смотрите, какая ситуация. Я вам сейчас просто таким мультяшным языком схематично покажу. То есть есть люди. Это платформа. Вот все, которые говорят, что это все там пешки, мошки, бложки и все такое. По факту это основа, это платформа, какие бы они ни были. И чтобы этой основой управлять, есть чуть-чуть повыше бложки вот эти вот, которые с деньгами. И чтобы ими управлять, им нужно в определенные центры силы запустить ярлык. Запустить ярлык – это чтобы они им через свои деньги давали возможность тем, кто еще выше, чтобы они давали возможность через соцсети, через еще какие-то моменты, ну, больше всего сейчас через соцсети, через рекламы, через те массовые какие-то мероприятия начинают рассказывать людям, что красиво, что некрасиво. Вот это красиво, это некрасиво. Вот сейчас вот, например, там грудь стоячая, это красиво, да, и все начинают этот силикон делать. И я потом вам сделаю эфир, я вам покажу, что становится с силиконовой грудью, как он обрастает, как он кальцинируется внутри. Опять же, не претендую на медиков, но я вам все-таки, мне пришлось тоже залезть немножечко в это и с этим побыть. Хотя изначально считалось, что красота у женщины не в груди, ее все время прятали, не было никаких там поддерживающих компонентов для этой груди, да. Вот. И это был не сексуальный объект у мужчины, грудь. А если даже спросить сейчас, что такое, что для вас, для мужчины, сексуальный объект, они скажут попа. Но по факту это как бы не сама попа, а это как бы на уровне уже мозга они говорят попа. А на подсознании это именно бедра. Это потому что это та женщина, которая может продолжить его род. Вот. И там к груди вообще никакого отношения не было никогда. То есть все время смотрели на глубину женщин и на ее именно бедра, насколько они идут с пропорциональных с талией. То есть это не просто вот там полная, да, женщина, а именно пропорционально талии.
И тогда определялся, насколько плодотворно она будет продолжать его род. Вот так вот было. Так, это я к чему? Опять же, вот к этим соцсетям, ко всему, что красиво, что некрасиво нам диктуют. То есть, почему нам про это говорят, почему нам проекты диктуют? Потому что вот этот вот, который чуть повыше среднестатистического социума, у которых заработок миллион, ну, скажем так, на общепринятые деньги миллион и выше, ну, даже не миллион, а, наверное, ближе, ну да, пусть даже будет миллион, миллион и выше, когда могут себе позволить какие-то дорогие штучки, то есть что забивается их? Во-первых, забивается седьмой позвоночник. Седьмой шейный позвоночник. Седьмой шейный позвоночник выполняет функцию соединения грудного и шейного отделов. Это там, где бирки. Многие, вы знаете, что многие обычные люди эти бирки отрывают, потому что они для них не имеют ценности. Но брендовые вещи бирки не отрывают, чтобы все посмотрели, что там одето. Вот. Выступающий седьмой позвонок, он выполняет функцию соединения грудного и шейного отдела. Грудной и шейный отдел стабилизируют любые амплитуды движения и суставные капсулы, связки, позвоночные сегменты. То есть там много всего, что делает вот этот вот седьмой позвонок. То есть он полностью скрепляет человека, то есть человек не может смотреть дальше того, что ему сказали. Вот эти вот шоры, у него ломается корсет его ДНК. Но мы об этом можем еще потом подробнее поговорить, если заинтересует. Дальше идет что? Закрытие логотипом сердечной чакры. Сердечная чакра закрывается. Трусы, штаны, еще что-то на резинках, вот это когда тоже нашито, разрезают тело пополам. Вот. И все вот эти вот моменты, которые идут через логотип, через бренд, через брендовые штуки. И я подумала, думаю, я же не могу, то есть я не в том, что не могу, а это не моя стезя, это не мое направление, чтобы человека вести в богатство, в здоровье, в какое-то в изобилие. Моя миссия – это человека привести к себе, потому что ты не можешь быть неизобильным. Ты не можешь быть не здоровым, если ты приходишь к себе. Ты не можешь жить 50, 100 или там 1000 лет. Ты только будешь жить столько, сколько ты себе поймешь, что для тебя это нужно. Неважно, сколько это, 50 за 50 лет. Сказал, все, мне как бы стопэ, я иду дальше. Либо ты живешь 500 лет, либо 1000, это абсолютно не важно. Тело у нас постоянно регенерирует, это доказано уже, блин, вот уже всем, кому не лень, доказано это все. И вот это вот все закрывается. И что я могу сделать? Я могу это не предотвратить, но я могу это раскрыть. И на сегодняшний день у нас есть на ладошах такие самые основные точки, самые основные пальцы. Все об этом знают, да, вот как некоторые там треугольники, еще что-то. Вот эти вот точки, которые регулируют наши зубы. Зубы – это наши антенны на восприятие, которые воспринимают всю информацию, которая строит нас. Вот. И вот этот знак – это получается, что вы можете воспринимать, как вас информацию можете воспринимать тотальную истину, так и от вас идет тотальная истинная информация. Без лжи к самому себе, а ты есть все. Неважно, как она будет. Это восприятие информации туда и туда. И мне сын сделал этот логотип Лафлана. LL, Лафлана. И мы с ребятами сделали такое, сейчас пробная партия, сделали... Купили пока только толстовки, несколько штук, постарались взять достаточно достойного качества, не по очень дорогой цене, чтобы они были достойны. И сделали вот этот логотип Лафлана. Это про другое.
И что я туда, в этот логотип, вложила? В этот логотип я вложила то, чтобы... Не знаю, насколько это будет работать, правда, ребят, не знаю. То есть есть отзывы, что как бы классно, но есть отзывы, что классно, опять же, от моих знакомых, может быть, они просто так ко мне относятся. И что дает, что будет давать этот логотип? Он будет с сердечной чакры убирать все, что не ваше. То есть, когда вы будете одевать вот эту толстовку, то есть, что туда я занесла, чтобы, одевая эту толстовку, вы могли прочувствовать себя. Не навязанные цели, не навязанные мысли, не то, что модно, не то, что актуально, не то, что там еще что-то, а именно прийти к себе, чтобы через себя понять, что такое кайф, что я люблю. Это когда после 4-го дня сухих дней, да, приходит вот это, оказывается, мне вот это нравится, доказывается, мне вот то нравится. И это, ребят, не про то, что там, еще она хочет заработать на нас денег. Ну, каждый может подумать все, что угодно, но просто толстовки, они их носят все. И это не будет стоить каких-то больших денег. Она будет самая обычная, повседневная вещь, которую можно будет одеть. Покупаете вы какую-то обычную вещь, либо эту купите. Просто насколько это я смогла вот это вложить самому себе, чтобы вы именно к самому себе приложили. Настолько я это сделала, потому что все вот эти вот брендовые вещи, это здорово, когда кто-то шьет свое. Вот я сейчас, мне очень нравится, там женщина одна вяжет сумочки, она туда вкладывает душу. И когда мне сказали, такие, Свет, пойдем вот на это мероприятие, только вот на этом мероприятии нужно, чтобы хотя бы была брендовая сумка. Ну потому что там вот все вот такие вот, ну все-таки мы же девочки, ну что ты. Я говорю, либо я не иду на такие мероприятия, либо я иду с вязаной сумочкой, которая вязана с душой. И это, опять же, не реклама кого-то. Это мое состояние, это моя жизнь. И для меня это тоже клево. И вот это вот тоже сшито девочкой, с которой у нас был определенный этап в жизни, великолепный, с Дианой, может быть, кто-нибудь тоже про нее слышал. Тоже было здорово. Здорово было то время, когда мы были вместе. Вот. Тоже очень талантливый человек. И вот эти вещи для меня, они... Для меня они имеют ценность. Там есть душа. И я бы хотела, чтобы была душа не в том, что есть энергия денег. Там же не энергия денег, вот эти бренды, а энергия власти. Это про другое. А энергия денег — это вы. Вы есть эти деньги. И если есть возможность нам больше и больше приходить к себе, потому что, ребят, как бы ни говорили, что нами манипулируют, для нас делают вот это, чтобы мы вот так вот поступили, вот так поступили, вот так. Чуть они открываются? Давай я помогу. Угу. Сейчас на этом этапе, что я сейчас вижу, я вижу, что, ребят, как ни крутите, землей крутят массы, пешки, бложки, как хоть как назовите. И я не собираюсь выходить куда-то вот в тот какой-то недосягаемый уровень, недосягаемый кого, чего, зачем. Ведь вся жизнь, она есть вот здесь. Это и есть жизнь. Просто нам нужно прийти к себе. А ведь это не сложно, это очень просто. Я в каждом эфире стараюсь это проговаривать еще, чтобы было это еще понятней, еще актуальней. Потому что когда вы приходите к себе через честность, вас уже не подцепить. И да, есть один... большой инструмент – это когда вы отказываетесь от социальных зависимостей. Это действительно так. Социальная зависимость, она много сильно держит вот этим крючком. Но эту социальную зависимость можно спокойно убрать через...
не всегда через неедение, а через редкоедение. Это когда ты, когда для тебя не имеет значения, о, это такая вкусная еда, давайте я поем. А именно, что так, мое тело сейчас достаточно сильно идет интоксикация, мне нужно помочь немножечко приостановить. Вот на таком уровне. И тогда вы идете, приходите еще к себе, очистка тела. Чем больше тело очищается, тем более плотнее оно становится, тем более плотные волны информационные вы можете принять на себя. И эти информационные волны становятся уже, которые вы приняли на себя, становятся вашими знаниями. Вот. И давайте почитаю ваши вопросы. Видите, там немножечко уже видно закат. Ну, конечно, не так видно, как тот был. Ну, все, так. Вы где? Я в Сочи. Светочка, здравия. Возможно ли с вами встретиться? Будет ли в Сочи открытая встреча? Мы автономим в Адлере. Благодарю. Ребятки, пока не предвидится в Сочи никакой встречи. Только ближайшее – это ретрит. В октябре, по-моему, будет. В октябре будет ретрит ближайший. А потом... В этом году, наверное, больше вообще ничего такого не будет. То есть Алтай, Байкал, и самое, что близкое, чтобы там подержаться, это будет два марафона. Два марафона, где я буду рассказывать про состояние, как славливать состояние без еды. Это будет больше не про физику, а больше про состояние, как уходить туда, прям ловить себя, и не быть в медитации, а быть медитацией, самой медитацией быть, всем пространством. Вот про это я буду рассказывать. Вот. А пока вообще не знаю, что будет в России, насколько еще будут встречи пока. Не готова сказать. Вот. Пока все так вот под завязочку. Я так понимаю, в фильме «Начало» именно откладывание на потом запускает товарный. А я не смотрела этот фильм, ребят. Не знаю. Света, благодарю. Интерес к жизни даришь. А что значит в толпе? На самом деле людей не так много. А кто тогда основная масса тел? Ребят, смотрите, да, людей немного. Их максимум на сегодняшний день 27%. Представляете, как это? Вот. Но есть же не только как биороботы, да, есть еще, так скажем, те, кто не с этих плотностей и не с этих вселенных, не с этих планет. И вы с ними точно так же можете общаться. У них же есть другие планетарные знания. И они тоже великолепны. Это не говорит о том, что мы только есть люди и роботы какие-то там непонятные. Вообще очень много всех. И даже те, которые, как любят говорить, из низших миров, ох, вы знаете, сколько они могут вам открыть свой рюкзачок с болями людскими, через которые вы можете тоже так прочувствовать через себя то, через себя поменять эту боль на есть любовь. Это не значит, что мы от чего-то должны скрываться. Это значит, что мы должны понимать, как жить с этими. Точно так же, как и они с нами живут. Они живут и с этими, и с нами, и с другими. Поэтому просто ты ему больше не кидай, ему хватит уже, хорошо? Поэтому это великолепно, когда ты все это видишь. Великолепно, потому что ты становишься всем. Для тебя нет плохих и хороших. Для тебя везде есть новый опыт, новые знания. И когда я работала, я не работала, практику проходила я на зоне, и там с психологом, с ведущим, я общалась с двумя заключенными, у которых был
пожизненное. За убийство, естественно. Вот там большое. Вот и сейчас я, у меня там записи какие-то там поднимала даже. И сейчас я это анализирую вообще с другой позиции. Вообще с другой позиции. То есть, если раньше я думала, боже мой, какой негодяй, да как он смел, он из себя Бога возомнил. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. И вот это вот все, весь вот этот вот натюрморт вот этого негатива, как подлеца, как, а какая я хорошая на его фоне. Вот этот весь натюрморт я пыталась запихнуть, как и большинство, в психологические рамки, чтобы показать, где у него там недоебанный родитель, где у него там обделенный дитя, кем он там еще что-то. То есть вот это вот все, и считала себя очень умным психологом. Но на тот момент я такой была, не том, что считала, такой и была вот в этом социуме, и это были подтверждения, что да, какая ты молодец. Но сейчас я смотрю с другой позиции, я смотрю с той позиции, какой у него был мир. Это не хорошо и не плохо. Это не про то, что он имел право или не имел права, это про то, что он жил в другом мире вообще изначально. И если мы будем осуждать кого-то, мы никогда не увидим того, что нам показывает другой. То есть осуждение — это закрытая дверь. Всегда. Если вам это не нравится, да, я, естественно, не за то, чтобы кого-то убивали. Естественно, не за то, чтобы кому-то приносили какое-то увечье. Ни в коем случае. Но если ты это осуждаешь, ты не увидишь, почему, как это произошло. А если ты увидишь, как это произошло, почему, какой там мир был, то ты сможешь еще десяткам людей через что-то приятное рассказать это, чтобы они поняли, что этот другой мир может вот так вот выглядеть. И тогда ему не захочется идти туда и жить в этом мире, в кровавом этом мире. Вот я не знаю, пропустит этот эфир или нет YouTube, я надеюсь, что все будет хорошо. Вот, поэтому... Да, когда ты идешь не через осуждение, когда ты идешь через эти миры, и я вам скажу, что даже вот наш низший мир, шаманский мир, там очень много вот этих вот разветвлений, там же не только, что ты там узнаешь свои прошлые жизни, там какие, что ты там выводишь себя из каких-то состояний, но ты там можешь вывести кого-то, распаковать. То есть здесь человек идет просто вот без души, ты знаешь, что он без души, и ты такой, а вот этот вот бездушный, вот этот бездушный, вот этот бездушный, это робот, и ты. А если ты заглянешь глубже, то ты оттуда можешь распаковать его душу, и у него прям будет такой, и он начнет жить, потому что ему там не далось. Но это тоже очень много об этом можно говорить, и не хочу сейчас... как бы такими урывками это вам выдавать, чтобы не было ложной какой-то информации. Но я могу сказать, что те, которые есть без души, эта душа у них, у некоторых тоже она есть, только она находится в других плотностях. И ее тоже можно поднять, ее тоже можно вернуть. А вот если у вас это... разрешение от других возвращать эти души, это уже другой момент. У кого-то они есть, действительно, у кого-то их нет. Но это можно сделать. Такое есть, такое просто есть. Просто примите к сведению, что такое тоже есть. Вот. Точно так же, как и человек, который там душа, прям смотришь на него, всю жизнь его знал, и вот он прям вот такой, а потом раз и изменился. И тоже есть такое, что закончился контракт у его предков по каким-то определенным моментам, вот, и эту душу заковали, и он становится просто другим. Это даже не его какие-то делания и действия, вот, а делания и действия в принципе его, но в других телах. ДНК-то одна и та же, корень-то один и тот же, стержень один и тот же. Тело просто другое, и вот через другое тело просто можно возвратиться в это тело, можно возвратиться в это тело, а можно сразу же попасть туда, где подобные души. Но они не всегда в одном каком-то ответвлении, это тоже нужно знать. Вот, и такое тоже бывает. И вот эти вот все моменты, дырочки, крючочки, лейбочки, значочки,
Они тоже неоднозначные, я вам так скажу. Ну что ты, мой золотой? Да. Что ты домой уже хочешь? Сейчас уже пойдем. Так, дорогая, поезда не мешают эфир. Тебя отлично слышно, даже когда идет поезд. Здорово. Так, Ксюшенька, Света, здравствуй. На коже тела много красных точек и родинок. За последний год появилось. Можешь подсказать причину, пожалуйста, что обратить внимание? Печень, однозначно печень. Если какие-либо красные родинки, красные точки, это однозначно печень. Чего ты так нервничаешь? Вот скажи мне, что ты, где ты сдавливаешь через хорошесть вот этот вот свой гнев? Чисти на физическом уровне, почисти печень, и на ментальном, на психологическом, раскупорь свою злость. Это не страшно, это больно, но это неплохо, это боль, это твоя боль, это твой какой-то цветочек, это твой шип на твоей розе. Открывай его, иди в него, и злость-то ведь только... Почему ты не идешь туда? Потому что ты понимаешь, что злость-то только на себя. Вот я выбрала вот это, я выбрала его, я выбрала там жить, туда поехать, с теми быть, там это. Почему ты выбрала? Ты же выбрала не потому, что ты такая плохая, ты выбрала потому, что ты пошла в защиту себя. Найди в защиту, от чего ты пошла. От чего ты защищаешься, от чего тебе так дурно, от чего тебе так страшно. Найди ту маленькую девочку, она может быть маленькая не в возрасте, а маленькая в хрупкости. Найди ее и защити, вытащи ее оттуда, вытащи ее из этих страданий. Покажи, что это не страдание, это просто определенный этап тебя. И это здорово, что ты это прошла, не каждому это дано. Вытаскивай. И, конечно же, печеночку чистим. Если что, напиши мне в личку. Не могу раздавать такие советы открыто. Так. Зачем продолжать род? Зачем продолжать род? Ребят, сейчас отвечаю на вопросы и заканчиваю, потому что, видите, уже темно. Зачем продолжать род? Но род продолжается, когда ты... Это не всегда нужно. Когда ты осознаешься, ты уже со своей ДНК, ты уже со своей ДНК, ты можешь не выходить из этого тела столько, сколько тебе нужно быть в этой плотности, а можешь выйти из этого тела. Тишенька, поплескайся где-нибудь там, а то я тебя перекрикиваю. Хорошо? Быть вне тела сам ты. Вот. И тогда тебе тоже не обязательно продолжать свой род. Это не обязательное занятие, ребят. Это просто тогда, когда ты понимаешь, что ты... это же глубоко на подсознании у нас сидит, что я не смогу все это познать за одно воплощение, потому что воплощение у нас сократилось до 100 лет. А изначально вообще не было такого, что рождали детей, тем более из половых органов. Там, ну, вообще все было по-другому. А, как здорово, Света, супер. Здравствуйте, Света. Некоторые автономят познать себя, истинного себя, и выйти из матрицы. Вопрос, зачем тогда создана матрица? Зачем создана матрица? Затем, что ты же как бы... Смотрите... Это же наша, мы так назвали матрицу, нам так удобно. Можно это назвать плотностью, и их несколько. И ты из одной плотности потом идешь в другую, следующий. И это продолжается много наслоений, так скажем, много миров. И это путь, если бы вы изначально все это ощущали, то как бы вы получали опыт. То есть есть такое, что есть единое пространство. Это можно назвать как единое пространство, Вселенная, Бог, все что угодно. Но везде написано во всех писаниях, что есть Бог. Бог есть любовь. Это не лик, это не делание, это не действие. Это есть пространство любви, но любви тотально, не то, которую испытывает мужчина к женщине, женщина к мужчине, к детям, к близким.
это не вот этот вот позыв, это тотальная любовь, когда есть всё любовь, то есть ты растекаешься вот в этом вот, но как, если ты есть всё любовь, то как в тебя войдёт другой опыт? Ты есть любовь пространства, ты есть любовь Бога, ты есть любовь всего. Но через тебя ты просто выполняешь определенную свою как бы миссию, что ты через тебя идет, как через флешечку, идет вот это вот этот опыт в пространство любви. И тогда вот эта любовь, она становится еще плотнее, еще плотнее, еще плотнее, чтобы ты дальше раз, и на следующий этап раз, и на следующий. И чем плотнее эта любовь, тем больше ты познаешь вот этих плотностей. Мы же находимся... То есть что такое вот сейчас Земля? Земля для нас кажется, о, Земля — это вот это вот, а Марс — это вот это вот. Это то же самое, что как для наших детишек, например, соседняя улица. О, соседняя улица — это так далеко. Для нас соседняя улица, соседний район, соседний город, потом страна, и все, мы расширяем свои возможности, свои границы, свою плотность. И здесь также ты расширяешься через опыт приобретенный. То есть что есть, что мы называем боль, радость или еще что-то, это всего лишь опыт. Это мы уже окрасили его эмоциональной структурой, а это всего лишь опыт, который мы познаем. Вот, и через познание этого опыта мы уплотняем это пространство. Как хотите его называть, пространство, Вселенная, любовь, Бог, хоть как. Мы его уплотняем. И чем больше мы уплотняем, тем плотнее мы становимся и идем дальше, дальше, дальше. И все больше и больше вот эти вот познания в нас есть. А мы и есть это познание, мы и есть знание всего. Просто мы приходим к себе, к знанию всего. Здравствуй. Прекрасная незнакомка. Здравствуйте, вы прекрасны. Ваша энергетика очищает тело и душу на тонком энергетическом уровне. Благодарю. Мужу вашему повезло с такой женой высокодушной. Высшие силы не каждому дадут возможности. Так. Они надзиратели над нашими душами. Ребят, мы можем выйти из любого надзирания, поверьте. Как только вы приходите, как можно над вами надзирать? Надзирать над всем невозможно, а вы становитесь всем. Все невозможно уловить, поэтому вами невозможно будет надзирать. Света, а если у меня души нет, как понять? У тебя есть душа. Как это интересно. Все, ребятки, смотрите, уже так темно. Я вас всех обняла. У меня даже зубы не светятся. Очень-очень жаль. Я вас всех обняла. Всем благодарю огромное за вопросы. И пока.